Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня мы будем продолжать с вами кулинарный выпуск. Итак, сегодня у нас в планах мы будем готовить стейк. Вкусный, с кровью. Веганы, бай-бай! Не для вас выпуск. Вообще. Не, ну если есть люди, которые хотят посмотреть, как другие пытаются есть убитых животных, знаете, мы против убийства животных, но они едят ту траву, которой питаются животные, которых мы любим. А это значит наказать и съесть. Ну что ж, готовим гриль и начинаем готовить вкусное мясо. Ом-ном-ном-ном. Хаба! А вы подписались на канал? Если не подписались, нажимайте подписку, ставьте колокольчик, а мы продолжаем. За что я люблю Сан-Мартен? Так это то, что здесь очень вкусное и очень недорогое мясо. Смотрите. Вы знаете, сертифицированный ангус. Это крутое мясо австралийское, которое, ну вот, вау-вау. А может, кстати, новозеландское, но неважно. И вот его цена. Обратите внимание, что цена в нафах — это совершенно не та валюта, которая привычная. То есть вот если мы это поделим на 2, то получится где-то около 5 американских долларов за полкило сертифицированного ангуса. Ах, вкусняшка. Ну что ж, проверяем, нюхаем. О, класс. Короче, сейчас мы это все немножечко посолим, немножечко помаринуем и бросим на гриль. Так, пакетик в топку. Вот оно, наше мяско. Отлично, отлично. Сейчас мы его будем солить, перчить. Хоба. Обычно вообще крайне редко использую какие-то специи, кроме перца. Ну вот не нравится мне. А вот с перцем нравится. Причем так, это просто он идет для аромата. Не, ну вы же понимаете, что черный идет не для остроты. А все, что потом острое, это уже можно сделать потом. Короче, самое теперь важное в этом всем — это соль. Использую вот такую вот крупную. Вот увидите, какая она крупная. Я делаю обычно вот так. Ну и другую сторону. Вот. Это есть. И теперь, чтобы мясо не пригорало, нужно взять и немножечко, совсем немножечко смазать его маслом. Ну а пока мясо маринуется, мы берем и готовим овощи на жарку. Так, лук. Я сделаю мясо гриль и, ну, соответственно, к нему будут овощи гриль. Лук у нас, кстати, какой-то голимый, ну, просто он закончился. Мне его, естественно, сейчас покупать совершенно смысла не имеет, да, и он здесь просто будет как... Просто будет лук. Сделаем его чисто формально. Будет он у нас присутствовать на ужине. Так, с этим раз. Так, огурцы для жарки готовы. Теперь перец.
Так, готово. И помидор. Все, готово. Ну что, готово мясо, которое еще маринуется, овощи порезаны, а теперь очередь разогревать гриль. Так, ну что, подключаем наш гриль. Подключается он на самом деле очень просто, смотрите. Продается с таким переходничком на маленький баллон, но можно купить именно переходник для шлангов, тогда у вас получается полная свобода. Вот все, вот это он так крепится. А на вот эту сторону прикручивается такой дурацкий французский голубенький 2-килограммовый баллон. Но его хватает там навечно. Баллон. Здесь снимается вот эта крышечка. Ого. Там внутри такой шарик, который держит давление. Ну и теперь мы вот эту вот фигню берем. И просто ее сюда прикручиваем. Так, все. Теперь открывается вентиль. Все. И начинаем разжигать. Так, что я еще обычно делаю перед тем, как готовить? Я беру просто щеточку. И так, грубо просто очищаю решетку, потому что на ней там остается небольшая ржавчина. Но потом ее нужно будет просто открыть огонь. И хорошенечко прокалить, и тогда проблемы не будет. Я обычно гриль мою после того, как на нем что-либо приготовится. Так, все, здесь готово. Давайте я вам сейчас расскажу, как в принципе гриль устроен. То есть вот эта вот решетка, на которой все жарится, это понятно. Потом снизу идет такой грибочек, треугольник. А снизу, наверное, видно? Нет? Сейчас попробую. Собственно, сама горелка, которую мы сейчас и подожгем. Так, снизу открываем кран, он и сразу идет на положение. О, все, загорелся. Все, он у нас пока начинает гореть, мы его начинаем собирать. То есть сюда на горелку ставится вот этот грибок. А потом ставится уже непосредственно сама решетка. Ну что, гриль закрываем, пускай прокаливается. Вот такой огонек у нас, наверное, будет too much, поэтому мы его прикручиваем и делаем значительно меньше. Мы его делаем минимальным, а потом мы берем и делаем так. Раз. Какой толстенький. Два. Хоба! Ну что ж, время переворачивать. Так, это последний подъем-переворот. И думаю, что... Хотя, может быть, даже сделаем это вот сюда, а здесь чуть попрохладнее. Все. Ну что, красиво выглядит? Осталась очень маленькая задача.
Ну, перчики слегка пригорели. И на столе у нас уже практически все готово. Осталось дело за малым. Ждем овощей. Это буквально еще пару минут. Как раз мясо будет уже не такое горячее, прямо чтобы огонь. И начинаем его употреблять. Диночка, ну что, приятного аппетита. Спасибо. У нас получилась вот такая вот вкусная еда. С пылу с жару. С пылу с жару. Блади стейк. Надеюсь. И то, как я люблю, это я люблю большую соль. Погрызть. Погрызть. Тебе сыпать? Не уверена. Ладно. Теперь важный момент. Табаско. Йо-хо. У нас сегодня унылый лимонад. Не бухаем? На сухую? Повезло. Итак, самый важный момент. Стейк разрезаем просто пополам. Хоба! Прямо вот как я хотел. Перфекто. Перфекто. Так, теперь момент. Пробуем. Мягенький. Да? Класс, класс. Вообще супер. Хорошо, что я снимаю и не могу кушать. Сертифицированный Агнус. Это мясо просто шикарное. Из него тяжело, даже если сильно захотеть, тяжело его испортить. На этом наш гастрономический выпуск подходит к концу. Друзья, я начинаю есть вот это вот. Прямо вот так вот. Прямо вот так вот жрать, прямо с куска. Подписывайтесь на канал, проверяйте колокольчик, пишите комменты. Если есть какие-то прикольные рецепты, с удовольствием сделаем, запилим в рамках возможностей на нашем регионе. И до скорой встречи уже через несколько дней. Пока!